Несколько раз останавливался и подчеркивал президент мысль о том, что главное богатство – это человеческий капитал. И создание условий для того, чтобы люди трудились, чтобы они получали своевременно достойную заработную плату и рост заработной платы. Кроме создания новых рабочих мест, это развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделялось тому, чтобы были гарантированы первые рабочие места для молодежи и были гарантированы и делалось все, что возможно для того, чтобы было трудоустройство и людей с ограниченными возможностями. Важно было то, что обсуждение темы либерализации, снятие административных барьеров, раскрепощение деловой инициативы для развития бизнеса, это было опять-таки скоррелировано с мыслью о том, что ответственность за людей, которые работают на этих предприятиях, в организациях, она лежит, естественно, на нанимателе. Многие рубежи достигнуты, поэтому надо искать новые решения и надо искать какие-то новые подходы в решении тех проблем, которые существуют, пусть они не такие большие, не такие значимые, но вот из этого мелкого и складывается вот то основное, что характеризует работу системы оказания помощи в стране в целом.